Слава Украине! Дорогие друзья, цинизм и технологии власти, ненависть власти и страх власти перед собственным народом день за днем крепчает. Сегодня Порошенко пытается убедить свой собственный народ, обмануть собственный народ, что оказывается все центральные станции метро заминированы. Он не понимает, что он окончательно себя заминирует этим поступком. Он думает, что выкинув Саакашвили из страны, люди перестанут выступать мирными протестными маршами. Он думает, что они перестанут жаловаться. Он думает, что он погасит свет в комнате, и Украина окунется в темноту и во мрак. Мы этого не допустим. Мы сегодня ему покажем, что это не Михаила Саакашвили марш, а марш украинцев. Ваш марш, наш марш. И мы обязательно его выкинем на мусорку истории. Чтобы ни один президент в истории Украины, ни один правитель в истории Украины не посмел издеваться над собственным народом, не посмел унижать свой собственный народ. Дорогие друзья, мы все большие молодцы. Наше движение день за днем усиливается. Тем больше они на нас будут нападать, тем больше украинцев будут нас верить. Потому что мы единственные, которые сражаемся. Мы единственные, которые положили на зеро всю свою жизнь, все свое будущее, все свое здоровье. Но мы уверены, что Украина вместе с вами победит. Вы те, которые выведут Украину из рабства. Вы те, которые освободят Украину от состояния заложника. У Порошенко, у Ахметова, у других олигархов. Слава Украине! Хлопці з батальйону «Донбас», вони зараз ідуть тут справу. Привітаємо їх! Молодці! 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 Молодці!